фильм «Горячая точка. Донни Йен против Колина Чоу». По версии сайта Time Out с состоянием на ноябрь 2014 года, фильм занял 59-е место в жанре экшен. Фильм «Онг Бак. Тони Джа против Дэвида С. Малоуна». К этому фильму Тони готовился целых 4 года и в результате все трюки исполнял сам. А сам фильм занял 17 место на сайте Time Out в жанре экшен. «Неоспоримый 3. Скотт Эткинс против Латифа Кроудера». Этот американец афро-бразильского происхождения также дрался с участником из предыдущего места в фильме «Честь дракона». Вновь Онг Бак и вновь Тони Джа. Можно сказать, финальный бой этого фильма. Конечно же, в этот топ не мог не попасть финальный бой Скотта Эткинса против Майкла Джей Уайта. Бойка против Чемберса. Как же без него? Джеки Чан против Брэдли Джеймса Аллена. Великолепный. Фильм был номинирован Гонконгской кинопремией за лучшую постановку боевых сцен.
«Честь дракона 2». Тони Джа против Мореза Крампа. Сам фильм, можно сказать, не совсем хороший, но этот бой его украшение. И если бы вторую часть этого боя лучше проработали и меньше засоряли спецэффектами, он легко бы мог претендовать на золото. Вот мы подобрались к лидерам топа. Третье место, и не побоюсь этого слова, легендарный бой Джеки Чана против Бенни Уркидеса, многократного чемпиона мира по кикбоксингу. Фильм также получил номинацию китайской кинопремии за лучшую постановку боевых сцен, а этот поединок до сих пор считается одним из лучших в кинематографе. Неоспоримый 3. Изначально этот бой планировалось поставить на первое место, но в итоге его место второе. Скотт Эткинс против Марко Сорора. На фестивале Action Fest фильм получил премию за лучшую постановку боев. Вы спросите, а кто же тогда на первом месте? Получайте, фильм «Рейд 2», Ика Ювайс против Арифа Рахмана. Вы только вдумайтесь, 2.5 года ушло на постановку боевых сцен фильма. Подготовка к съемке боевых сцен заняла еще 18 месяцев, а на постановку этой финальной сцены режиссер Гаррет Эван потратил 6 недель. Все удары, нанесенные актерами, были настоящими. Для этого они проходили специальную подготовку, чтобы научиться контролировать силу и скорость ударов. В общем, смотрим. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось видео. Не скупитесь на лайки, оставляйте комментарии, не забудьте подписаться на канал и поучаствовать в вопросах под видео. Хорошего настроения и всего доброго!